Сегодня в программе «Бизнес-план» речь пойдет о цветочном бизнесе. Изначально это было, конечно, выращивание роз. Флористика любит свободных людей. Для энергичных, молодых, творческих – это то, что нужно. Где растут белорусские герберы? Легко ли стать флористом? И могут ли цветы стать источником стабильного дохода? На сегодняшний день у меня есть порядка 2000 горшков посаженных гербер. С каждого горшка можно что-то заработать, и 3, и 5 цветов, может, с какого и 10. У нас есть много своих белорусских цветов, которые в летнее время позволяют заменить импортные товары. Приходите, будем рассказывать, показывать, учить. Если надо, я даже согласен отдать эти теплицы. Но тому человеку, который за это дело возьмется... Цветы дают энергию. Когда ты сюда приходишь, даже с плохим настроением из дома, ты на все на это посмотришь, и жизнь по-другому складывается.